памятника героям, павшим в войне 14 года. И как ни странно, две недели после получения письма была инструкция Министерства культуры от президента создать такой памятник. Как и почему это так быстро случилось? Обычно же ответы от Путина приходят месяц, два месяца после предложения. Во Франции в каждой деревне есть памятник героям, павших в Первой мировой войне. В Париже четыре памятника, относящиеся к русскому экспедиционному корпусу. И к нашему счастью, на открытии одного из этих памятников был президент Путин. И ему тогда эта тематика была близка, и он, наверное, поэтому так быстро согласился, но не только согласился, что-то сделал, что-то беспрецедентное. Две недели после его письма к Министерству культуры он высказался очень четко, какую пагубную деятельность вел Ленин, в общем, заложив четверть Российской империи, чтобы утвердиться у власти. Беспрецедентно, дорогие. Спасибо.